Если хочешь вызвать гигантскую каракатицу, то это я уже пробовал. Да ты тут развлекался, я смотрю. Но я не собираюсь заказывать кальмаров. Здравствуй, Ариэль. Давно не виделись. Это правда, что русалки могут путешествовать между мирами. Но им нельзя доверять. Этой можно. Вы с ней давно знакомы. Ну, это объясняет отвращение на ее лице. И теперь она нам поможет. Ах да, твой голос. С чего мне вам помогать? Потому что я могу дать тебе то, что ты хочешь. Я могу подарить тебе ноги, Ариэль. И на этот раз они будут твои насовсем. Но что важнее, я могу дать тебе то, что нужно тебе больше всего. Что? Место, куда я посылаю тебя, среди его жителей, есть твой принц Эрик. Как называется это место? Сторибрук.